Четвертое. В России. В Сургуте вовсю идет строительство нового кампуса школы 21. Это инновационное образовательное учреждение, которое после ввода в строй даст возможность югорчанам старше 18 лет бесплатно учиться программированию. Совместный проект от Сбера и 2GIS уже реализуется в Москве, Казани и Новосибирске. Сургут станет четвертой точкой в стране. Учреждение откроют на месте прежнего торгово-офисного центра «Взлетный» на улице Иосифа Каролинского, 14/1. Будущий IT-учебный центр в крупнейшем муниципалитете автономии с рабочим визитом посетила глава Югры Наталья Комарова. На текущий момент, так я сказал, что у нас где-то 57% готовности, а основная готовность будет в конце лета, августа. То есть это все оборудование, все отделочные работы. Оборудование заказали? Слава Богу, да. Успели. Ну, не отказали нам поставки? На текущий момент информация о том, что нам отказывают, нет. Дата-аналитики, сайентисты и разработчики. Чтобы поступить в школу и выучиться на IT-профессии, претендентам не нужны знания в области программирования. Учреждение называют уникальным. Там нет учителей, оно работает круглосуточно, а одновременно могут обучаться сразу 150 человек. Выпускникам школы оформляют стажировку, по результатам которой соискатель может получить постоянную работу. Само здание оснастят охранной и Face ID системами, умным видеонаблюдением. На территории заведения также предусмотрены зоны отдыха, кухня для перекуса, игровые и теннисные залы, киберарена, TikTok-студия и многое другое. Ориентировочно строительство завершится через год. Сургутяне получат, во-первых, возможность приобрести необходимые навыки для работы в современной цифровой экономике. И кажется, что прекрасное место, которое будет точкой притяжения для IT-бизнеса и людей, которые хотят обучиться чему-то. Люди учатся в формате равный равному, они помогают друг другу решать задачи. И это позволяет, помимо приобретения непосредственно навыков программирования, например, приобретать также навыки работы в команде, лидерство, творческий потенциал развивать.